скажи привет, привет, скажи извиняемся. Мы, к сожалению, да, имели проблему с нашей батареей, которую надо было поменять. Да, потому наше видео прервалось. Скажи извиняемся. Но посмотрите, какая у нас куколка невеста. Настя уже, как видите, расчесала, так что у нее волосы немножко со стороны вылазят, да. Какая она красавица уже. Красавица невеста. С таким современным, да, с современной прической. Хочешь шапочку одеть? Мама покажет тебе как. Смотри. Смотри, не хочешь одевать ей шапочку, не? Давай оденем ей шапочку. Да, она такой резиночки, такая маленькая шапочка. Смотри, она осмотрелась себе. Упси. Смотри, какая красавица. Выглядит, как бы держала над собой зонтик. Да, красивая? Красивая куколка. Прям настоящая невеста, да? Но. Мне кажется, все коллекции этих куколок невесты, это мне больше всего нравится, потому что у нее такая шапочка нежная. Не надо шапочку. Да, не хочешь шапочку? А, снимает. Она хочет играться с куколкой без шапочки. Правда? Да, уже что-то оторвали. Где же ты нашла это? Мама даже не видела, смотрите. Фату. Она нашла фату для девочки. Я не видела этой фаты. Где же ты ее нашла? Да, она имеет такое ожерелье, если же посмотреть, да. Имеет такую фату еще. Давай, одень ей на голову, да? Давай попробуем. Да, обруч свой тебе мешает. Давай мама попробует. Мама оденет? Да? Можно мама оденет? Да, давай. Давай оденем ее в фату. Чтобы она была очень красивая, еще красивее, чем она есть. Окей. Что-то она. Да. Положим это на колени. Следовательно. Настя, давай мама попробует одеть это. Эту куколку. Скажи нам. Или вообще она одевается или не одевается. Да, посмотрите, да. Такая получается невеста с фатой. Замечательная, красавица. Мы еще куколок невест не имели. Это у нашей коллекции первая. Да, нравится тебе она? Красивая? Очень красивая. Что? Ну, знаю, знаю. Надо найти зеркало, mirror. Зеркало, да? Она хочет посмотреться в зеркало. Да? Ну, а где ее расчесочка? А, ты держишь, да. Ты держишь все в ручках, да? Она имела